Привет, вы на канале Принцесса Диана Шоу. На днях я была у бабушки. Бабушка знает, что я очень люблю рисовать. И подарила мне набор фломастеров вот таких классных. Друзья, здесь 60 штук. Перед тем, как я вам покажу обзор моих фломастеров, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь. А мы начинаем. Ребята, чтобы рисовать такими маркерами, вам понадобятся вот такие скетчбуки и скетчпады. Потому что обычные листочки могут просвещаться. А вы знаете, как переводится скетчинг? Это быстрое смысле перевести на бумагу. Это быстрый рисунок. Ребята, давайте уже приступим к распаковке моих маркеров. Так, они вот тут так открываются. Ого, какие... Вау! Их очень много!